Всем привет. Всем привет. Сегодня будем, сейчас вернусь, наряжать Елидзе. Это Чернышунка. Он будет помогать. Да. Поддерживать нас. Морально. Духом. Так. А Шеба вон спит. На этой. На трильяже. Так, на этом ничего страшного. Это бесполезно ее тут сгонять. Да. Она дама у нас с характером. Ей не указ ни что. Хочет на трильяж. На трильяже спать. Так, сказал Патрак. А, так, резинку это какую-то снимаем. Так. Какие тут пазы. Не торопись, не нервничай. Не нервничай. А, Черныш. Так, ее тут как-то распушевывать, говорят. Да, да, распушу. Вот такой сегодня гранат купили. Так. Не торопись. То как ее посильнее распушу? Или как? Подожди, ты не нервничай. Я не нервничаю. С одной стороны тут что-то. Да, ой. Немножечко посильнее. 77 рублей елочек стоит. Так, Черныш. Ой, спасибо, что мне помогаете. Ай. Ой, кто-то чувствует сваливать, скоро будет ее. Конечно будет. Какой наглый. О, я же говорил. Так, только зачем тут такая длинная? Что-то странная елка бракованная. Что-то странно. Подожди, подожди, подожди. Вот так вот сделаем. А, ну да. Чуть-чуть выколебонов. Пути-пути, Чернышунька. Так. Так. Ты глянь, мурлыкает. Развязалась одна. Сейчас я... Так, Черныш! Уже дерется с ней. Еще и это развязалась тут одна. Шеб мурлыкает. Все, это что, этот игрушка Чернышунки. Все. Все, да. И Мивы тоже будет игрушка. То говорят, подъёк. Шеба мурлыкает впервые за долгое время. Она сегодня, когда пришла, она только рычала. Ни разу не замурлыкала. Это все. Говорят, подарок под елку ложит. Вот он подарок. Живой такой. Жопостенький подарок. Устала, Шеб, нагулялась. Черныш, что ты такой нахуй? Потягоньки. Нажралась. Эмиль сегодня делал им за жидким кормом. Все, Черныш, харе. Ты сейчас елку сломаешь. Забыли сегодня купить корм в городе. Пришлось Эмиль бегать. В магазин. Магазан. Да, Шеб. Будешь рычать на Черныша? Конечно, будет, а то как же. Он ее отрепылить пытался. Мне ладно, сосед... может, мы не будем об этом? Мне соседка сказала. Соседи доложили? Да. Вот она на него и рычит. Все, она и на Амио рычит. Она рычит на себя. Она у нас слабонервная какая-то. Да все, успокойся. Что ж ты настолько злая, мадам-то? Мудам. Муда. Так. Сюда. Все, королева, идите.
Все, никто вас не трогает. Куда уж нам с вами связываться? Да. Отдыхай, отдыхай, все, ложись, отдыхай. Все. Так, что-то никто в ту сторону не наряжает. Так, там плохо видно, наверное. Ну все, теперь чернышевская игрушка. Нам еще нужно будет это, за 100 рублей там продаются такие... Мишура, мишура. 55 рублей мишура и это... Проволочные, как это, как ярля? Нет, вот эти вот светящиеся, как они называются? А, фонарики, да, фонарики. Да, поправь. Черныш. Ой, ты меня корябал. Черныш, ты что так корябаешься-то? Такой это. Злой. Душевно не урочит. Вот злой. Ты что такой сердитый? Жук. Так. Типа она висит. Ладно. Вот. Прям вцепляется когтями, глянь-ка. Вот он. Покрутим чуть-чуть. Во, он уже заинтересован. Так, теперь с ним откроем снежное кружево, бусы новогодние 4 метра. Ой, как обычно, все на скотч. Ой, так я... Давай. Подожди, подожди, не надо так торопиться, ты прям руки давай. Трясутся. Прям. Не трясутся, ничего. Подожди. Не, вот черныш как окорябал, прям докрый. Он такой вообще. Он злой. Он не злой, нет, не прав, ни капельки. Он просто это... Любит поиграть, да, чернышунька? Он когтями просто вцепляется. Так, о, уже с бусинками играться, да, да, да. И да, он любит играть. Так, давай вот так, да. Вот тебе и 4 метра. Что-то мне кажется, в них там нет 4 метра. Но сюда еще нужно будет это как. Через да сюда, ты... вот так. Нет, а низ-то хоть немножечко. Вот. Зачем там-то, внизу в самом? Вот тут, вот веточки. Понавешу какие-то. Висюлька. Ну да. Так. Ой. Ну вот. Теперь еще осталось чуть-чуть этих, как его, мишуру и фонарик. Не-не-не, мыть мне не, но мыть мне не нужно. Ну вот такие вот дела. Не надо ноги ставить. Вот так вот мы развлекаемся. Да. Сейчас буду работать. А ты что будешь делать? Ютуб. А у тебя делов вообще никаких нет? Ролик монтирую я сейчас. А. Большой. Нет, а так полуторачасовой ролик. Хоть что-нибудь помогать делать? Буду. Сейчас я отмонтирую полуторачасовой ролик, да и... Ой. Поставлю на выкладывание. Это основной канал. А не на тот лимов сервер. Ой. Ой, тяжелый жук. Ну, давай все. Это. Убирай. Так. Ай, давай ты уберешь, а я сниму. Так. Нет, ничего не надо больше. Вот такая вот елочка. Все, выключай. Это уже потом. Сейчас мы снимем вокруг ее. И чернышевскую мордочку. Кс-кс-кс. Всем пока. Сейчас еще шапу сниму. Да, она вот тут на трильяже. Идите вы далеко. Вот такой вот штатив. Видите, вот он. Ножички. Это я клещ не называю. Ножички. И, о! И видишь, что играет. О, это кто у нас такой бандит? Это кто у нас такой бандит?
Ой, бандит. Ай. Эмиль, ты потише, у него тут сердце, ты его так хватаешь. Я во, ухватил. Бандит. Бандит. Потише, не надо его так. Все, давай. Всем пока.